О-о-о! Давно я здесь не был. Место, от которого веет теплом и воспоминаниями. Сегодня Салават Юлаев провел полноценную ледовую тренировку на малой арене Дворца спорта. Как оказалось, эти стены буквально пропитанные историей, памятны и для некоторых игроков нашей команды. Алексей Семенов здесь бывал еще во времена своего первого прихода в уфимский клуб. А уж для воспитанников юлаевской «Дюшор» этот дворец и вовсе долгое время был вторым домом. Естественно, да, я вот сейчас с ребятами ехали, уже разговаривал, что про эту дорогу, которую я все детство проехал, там трамвайные. Ну, конечно, естественно, очень здесь даже свой специфический такой запах, немножко как бы в детстве сразу впадаешь. Ностальгия, поэтому очень рад находиться здесь. Я не знаю, если честно, наверное, год с лишним, наверное, сюда не заезжал, поэтому внутри не знаю, здесь много чего уже поменялось, как минимум, здесь некоторые моменты уже я вижу новые. Ну, атмосфера какая-то своя, все равно какая-то энергетика, наверное, такая своя, крутая. Ну и, наверное, все-таки все равно воспоминания, они как бы накладывают от своего отпечатка. Но не только воспитанников уфимского хоккея нахлынули воспоминания при входе во Дворец спорта. К примеру, нападающий юлаевцев Александр Бурмистров с душевной теплотой рассказывал, как на этом льду выиграл первенство России среди юниоров. Ну, приятно здесь потренироваться, потому что для меня такой дворец первый раз здесь чемпионом России стал. Под детям еще тогда выиграли чемпионат России, финал. Так что приятно вернуться в этот дворец спорта. Но для меня здесь чувствуется та победа. Просто то, что дух победителей, тогда мы выиграли, и было очень приятно выиграть. Сама тренировка получилась достаточно насыщенной. После небольшой паузы, связанной с перерывом в чемпионате, юлаевцы, соскучившиеся по льду, с энтузиазмом выполняли привычные упражнения на непривычной площадке. Судя по впечатлениям наших легионеров, занятия оказались достаточно продуктивными, несмотря на традиционную прохладцу на малой арене Дворца спорта. Всегда круто сыграть на новой для себя площадке и получить опыт. Лед тут очень хорош. Так всегда на небольших коробках, потому что холодно. Это весело и напоминает для большинства из нас о том, как мы росли и начинали играть в хоккей. Все это выглядит весьма знакомым. Тут очень-очень-очень холодно, и мне это нравится. Однозначно особенной тренировка стала и для главного тренера юлаевцев. Николай Леонидович именно во Дворце спорта начинал заниматься хоккеем, а в середине 90-х годов прошлого века помогал Салавату здесь завоевывать первые медали чемпионатов России. Понятно, что Николай Цулыгин и без того регулярно бывает в легендарном дворце на Зорге, но приезд с командой мастеров и заход в фактически родную раздевалку все же вызвал у него приятные и особенные чувства. Хорошая такая плодотворная тренировка получилась, то есть катались на этой малой арене, температура там как на улице, то есть для ребят какие-то новые ощущения, потому что так зимой только на улице иногда катаемся, а здесь такая атмосфера, как будто покатались на улице, как в детстве. Ну, для вас это родной дворец спорта, наверное, какие-то воспоминания сразу нахлынули? Ну, не сказать, что воспоминания, потому что я все равно здесь практически каждый день бываю, но, естественно, с 6 лет, с 7 лет сюда постоянно приходил. Есть такие детские воспоминания, есть приятные ощущения такие, вспомнить, когда начинался этот хоккей. Возвращение юлаевцев в легендарный дворец спорта на Зорге пусть и получилось краткосрочным, но оказалось крайне полезным для всех тренеров и игроков. Все-таки именно здесь, в уютном дворце, ковалась история уфимского хоккея, поэтому каждому из юлаевцев было важно прочувствовать эту особенную историческую атмосферу. Эдуард Хизбуллин, Константин Данилов, Хоккейный клуб «Салават Юлаев».